Друзья, всем привет! Недавно я рассказывал вам про мою новую игрушку, про наш телескоп Celestron PowerSeeker 80AQ. И, как я обещал, мы будем потиху показывать, что же в него видно. Вот такой вот мы приобрели себе телескоп. Это Celestron PowerSeeker 80AQ на экваториальной монтировке AQ1. С линзой Барлоу, с переходной втулкой и подключенным к нему фотоаппаратом Nikon 5100. Съемка ведется именно на него. И сегодня я вам покажу, что же видно в телескоп. Днем мы посмотрим на самую ближнюю звезду к нам, это Солнце. Посмотреть на нее можно только через вот такой вот солнечный фильтр. И не забывайте, что без него на Солнце можно посмотреть только дважды. Сначала левым глазом, а потом правым. Фильтр ставится вместо бленда на телескопе, и вот так вот через него можно посмотреть непосредственно на само солнышко. Этот фильтр абсолютно непрозрачный, он тормозит 99% солнечного света. И вот так вот наше солнышко видно в телескоп. Как видите, это огромный белый диск, на котором видны пятна. И я специально подобрал один из дней, когда на Солнце было достаточно большое пятно. И за ним очень даже интересно понаблюдать. Вот так вот мы видим Солнце в телескоп, когда он подключен напрямую к фотоаппарату, без всяких линз и переходников. А вот так мы видим наше солнышко, когда к телескопу подключена двукратная линза Барлоу. А вот так мы видим наше Солнце, если к двукратной линзе Барлоу поставить еще длинную разгонную втулку и уже непосредственно к ней прикрепить фотоаппарат. Данное увеличение максимальное, которым на данный момент я смог добиться со своего телескопа. Как видите, рядом с пятном видно даже какое-то непонятное образование. Очень интересно. Вот так, дорогие друзья, выглядит наше солнышко. Объект достаточно простой, абсолютно белый, с небольшой желтизной. Но интересно поразглядывать на нем пятна. Обязательно пользуйтесь солнечный фильтр, берегите свои глаза. Ну а дальше мы будем выкладывать что-нибудь новенькое. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, смотрите наши другие видео. Всем пока!